Большой пожар тушили сегодня утром в подмосковном Ногинске. Сначала загорелся склад на улице 3-го интернационала, а затем огонь перекинулся на прилегающие здания, в том числе и магазин. Дымом заволокло все. Ну, вы сами прекрасно видите. Эти кадры нам прислал гражданский репортер. Номер для СМС 10-25 и через 5 минут не начинает тушить. Повесим эту фотографию. Да, есть другие колонки. Это слово. Саундтрек, саунд-сопровождение само себе примечательно. Слышали, наверное, тоже опознали вот эти позывные Comedy Club. Пожар бушевал на площади больше 400 квадратных метров. Был объявлен повышенный номер вызова. На место оперативно приехала группа Ногинского пожарно-спасательного гарнизона. Они быстро потушили огонь. При пожаре никто не пострадал.